Но это первое для всех, кроме Пупея в этой команде. Фата тоже мейджор не выигрывал. Проблемы огромные. Матумбамен погибает. Там же погибает и GH. Все, все рассыпаются. Куро тоже лопнул. Ну и что? Good game. Well played. Team Secret. Чемпионы. Как же они рады. Три это скачили. Круто. Да. Обнимаются. Ну и вот они, фейерверки. Видишь, Пупей спокоен. Пупей мейджор выигрывал когда-то. Это было в Шанхае. Это было давно, но он собирал эту команду по крупицам. Он 2 года терпел поражение, унижение и так далее. Ну и вот, наконец-то, Team Secret, которые выигрывают. Выигрывают после феноменального турнира. Вот реально феноменальнейшего турнира. Ну и, конечно, нужно пожать руки. И я могу сейчас поставить очень много денег на то, что Куро и Пупей будут обниматься. Ну, хотя там все друг с другом обнимаются. Нет, ну просто пожимают руки. Матумба очень добрый. Ну и Mind Control поздравляет ребят. Фата, Матумба. Ну и вот он, Куро, Пупей. Одно из самых ожидаемых приветствий. Вот они, старые добрые друзья. Поздравляет Куро Пупея. У Liquid, конечно, еще впереди все их мейджоры. Они теряют звание чемпиона Dream League. Они теряют немножечко очков, скажем так. Ну и вот они, Team Secret, которые прямо сейчас подымут этот самый трофей. Вот он, чемпионский трофей. Team Secret выигрывают мейджор в Йончопинге. Хватается за голову Мидван, он еще не верит, что это произошло. Говорит, держите, ребята. Вы тоже заработали. Ну и тренер команды, конечно же, здесь. Конечно же, с ними Санби. Действительно, тренер и его вклад, он не может быть недооценен. Потому что, ну и вот на фоне Куроки, который собирает девайсы, выглядит это, конечно, так себе. Секрет заслужили. Они проиграли в Гамбурге у Virtus.pro. Проиграли без каких-либо шансов. Там была тотальная доминация команды Virtus.pro. Здесь можно сказать, что они точно так же доминировали над всеми на протяжении турнира. И сетка у них была мощь. Они переиграли ЕГЭ, переиграли Никак Liquid. Язык не повернется сказать, что там подфартила где-то сетка или еще что-то. Они в одном гранд-финале доказали, что они очень-очень сильны и круты на данный момент. Да, да, тут вообще вопросов быть не может. Ну, вы вдумайтесь. Secret переиграли ЕГЭ, Ньюби и дважды Liquid. Ну, какие могут быть вопросы? Проиграв только одну...